Друзья, всем привет, автокасты, это вот Илюха стоит, курит, фигали, все курят, наверное, сейчас, а мы не курим. Что сейчас у нас будет? Обзоры, то есть мы начинаем что? Снимать обзоры наших клиентов. То есть для нас, для кайфа, для удовольствия, просто что ребята стараются, вкладывают силы. Начнем вот с этой тачки. Илюха, чья машина? Мамина. Мамина, вот у него мамина машина, он, ну, мама взяла тачку, наклеил наклейку, автокаст, она грязная, но мы ее сейчас снимем. Погнали все, мы сейчас едем в интересное место, там будем снимать обзор. Я забрал уже, он у меня лежит. Да. Ну все, друзья, мы подъехали на площадку, где будем сейчас рассказывать про этот автомобиль. Соответственно, дует ветер, звук записывает, как он записывает, поэтому какое уж есть видео уральское, челябинское, погнали дальше. Тачка у нас будет на обзоре грязной, потому что у нас челябинский в этом году лето нет. Поэтому будет грязный автомобиль. Все, начнем сейчас смотреть. Давайте просто общие пока видосы. У нас... Да, а где печалка-то? Короче, печалка не выдержала. Этого лета немного, будет скоро новая. Здесь у нас называется... Ребят, смотрите, обзор не будет супер долгим, но давайте, знаете, что сделаем. Илья, давай, начни рассказывать вообще про эту машину, просто прям сначала. Как купил? Ну, какого года она, да? 2005 года автомобиль. Давай такой погромче. Я его года два назад, год назад, получается, один еще, полгода назад перекрасил, полностью переварил все. Сам, ну как бы, то есть сам это все загнал тачку, ждал ее там сколько-то. Времени. То есть Илья сам решил вот в такой цвет сделать автомобиль, выбрал цвет, он очень красивый, весь город его в принципе знает. Где мы были-то в этом году, где это был посол? В Екатеринбурге. Ну и вот по области гоняем. Вот, давай дальше, что потом? Так, ну ладно, давай тогда с вопросов, давай про колеса поговорим. То есть немаловажная часть колеса, какие были, почему такие? Изначально стояли вообще пятнадцатики. Угу. Показалось мало, как ставил 16. Все, то есть это какой сейчас радио? 16. 16 диски. Резина здесь, ну, в принципе, везде проезжает, да? Спокойно. Окей, давай по фронтухе тогда рассказывай теперь, что у нас здесь, какая солнечная сторона есть. Короче, смотрите тогда, ребят, вместе будем рассказывать, в принципе, машину-то, ну, Илья собирал, то есть это его автомобиль, вот, мы по компонентам вместе там определялись, думали, что поставить. Вот, соответственно, он проклеил всю тачку, тачка вся проклеена, то есть здесь, ну, очень жесткая крыша, ее даже не простучать. Машина проклеена, вот так вот отсвечивает она красотой, вот, думали, какие динамики поставить. И вот и выбрали такую компоновку. Что здесь? Давай. 4 пары 29, 2 пары динамик стейт 20.4 и 2 пары динамик стейт 20.1 DL. То есть, короче, собрано на динамик стейте, ну, все комплектующие, то есть это фронт, это усилки, все. Это на динамик стейте, на этом бренде мы им занимаемся уже года два. Вот решили попробовать собрать, видели много фронтов. Как вообще, вот сколько получается, она уже сколько времени она сейчас такая? В апреле. То есть апрель, май, июнь, июль. Сейчас июль. То есть 4 месяца она была уже много где. Устраиваем всякие тусовки, соответственно. Вот. Давайте сейчас, давай, может, под капотом посмотрим, нет? Короче, главная основа вообще это провода. Логично, что это проводка. Что тут есть под капотом? Машина сейчас работает. Там стандартный стоит двигатель, да? Генератор какой? Старт-вольт, получается. Ну, короче, старт-вольт по какаха, да? Какаха, еще так. То есть еще та какаха, поэтому ее не стали. Ну давай по проводам, рассказывай, что здесь. Ну вот протяжка от трака ГК-70. От аккумулятора? От аккумулятора. Дубляж ГК-35. То есть все минуса, все поменял, что и советую всем делать. Вообще, в принципе, то есть если убрать, то и от двигателя идет. Это
считают, это полтинник получается. То есть все минусы, они дублированы, да, короче, да? Да, да, да. То есть стандартные минуса убраны вообще, в принципе. Вот идет смысловой кабель 70-х, где-то хранитель стоит, и он пошел уже в багажник. Все проходит, кому интересно, через педаль сцепления. Там то есть большое отверстие. Если толстый засовывать, то там. То есть, ребят, у кого четырки, тренажки, где педаль сцепления, там есть возможность засунуть толстый кабель. Это тут вот так у нас крупный план, как это делают многие видеообзорщики. У нас простой челябинский обзор. Не судите строго. Кому интересно, смотрите. Кому не интересно, вырубайте. Вот и все. Так, смотрите, получается, грили решили оставить штатные соты, они больше всего подошли. Подиумы это первоначальные пока в этом автомобиле, соответственно, к следующему сезону переделаем. Есть задумки интересные, да, то есть фронт играет, да, фронт играет очень красиво. Вот это стоят неодимовые, а это 20.4, более панчевые динамики. И 5 пар, 8.1 динамик стоит. Они похожи на мачете МТ-30, в принципе, то же самое, да? Так, мы можем сейчас посмотреть, вон, панельку отбросить? Машину не мыли, то есть, но вы приезжаете к нам в магазин, кто с города, с области, всегда можете посмотреть, Илья всегда на месте с удовольствием показывает, рассказывает про нее. Сейчас давайте покажем вам, то есть фальш-панель открыта, тут пыль, как бы у нас город не особо чистый. Что здесь стоят? Два динамик стоит 150.4 на фронт, да? Да. Вот смотрите, это вот провода идут, они идут, там стоят два аккумулятора, то есть в коробе, да, сделана ниша, в коробе сделана ниша, и там стоят два аккума. Что-то уже с ним произошло, да? Потрепало. Потрепало усилком, да, все тут уже, ну как сказать, Илья постоянно гоняет, эксплуатирует, то есть всем показывает, наваливает, то есть ничего не жалеет, и на соревах также, да. Ну пока немного всяких призовых мест у нас, то есть мы к этому, ну пока не стремимся, потому что нужно реально заниматься. Прямо у нас более такой шоу-автомобиль, который можно посмотреть и самому, в принципе, собрать. Ну, сделано здесь еще пока недоработано, честно. Игреки у нас самые простые, которые у нас есть в магазине. Межблоки хорошие, межблоки, как бы, к ним претензий вообще нету. Сила. Это моноблок, динамик стоит 4500. Илья, он офигенный моноблок, нет вообще? Вообще крутой. То есть он в 2 Ома выдал 4200. То есть замеряли и выдал в 2 Ома 4200 реальных. То есть моноблок реально, имея небольшой размер, цена у него что-то в районе 36 тысяч. Ну как небольшой, тысяч. Всю спинку почти. Ну тысячник такой же, по идее. То есть, ну не знаю, ну выдал хорошо, то есть моноблок и работает офигенно. Саб стоит Форс. Какой он, 44D1? Давай откроем, покажем. Давайте сейчас. Вот Subforce, пятнаха, 4-дюймовой катушкой. Такая труба синенького цвета под тачку, 200-я труба. Играет великолепно, прикольно. Вот здесь такие клеммы сделаны для провода, который приходит. У нас приходит, ну, к Сабу приходит 4-гейчевый кабель AudioNova. Все инсталлировано, чего не хватает? То есть машина валит, может долго играть, да? Может долго играть вообще? Сколько? Не совсем. Ну сколько? Минут 30. То есть минут 30 может в жару работать без проблем, громко играть, то есть фронт полностью играет. Так, еще вольтик у тебя стоит? У меня их два. Ну-ка, давай, где? Один получается, вот он, это на усилитель. То есть один вольтик на усилок сейчас? И это все системы полностью встроили сюда. Такого нет штатно. А, это маленький такой вольтметр, да, китайский встроили? Кому интересно, пишите, расскажу, как это делается. Все, то есть есть секретики различные. Что еще тут? Ну, еще у нас в планах сидушки, да, поменять, сделать салон. В планах много чего. Да, в планах много чего. Вот, ребят, для чего делаем обзор? То есть показали вот этот автомобиль свой, который Илья вот сам собрал реально. То есть тратил на него время много и тратит до сих пор. Машину всем показываем, все можете такой автомобиль себе собрать. Вот, Илюх, пойдем. Что у нас будет? У нас будет уральский проект, называется «Я люблю автозвук», там, или там «Фанат автозвука», неважно. Мы будем снимать ваши системы, ребят. То есть мы сейчас видео в группу выкладываем. Пишите в комментариях или в личку мне или Илье, кто хочет также поучаствовать в обзоре. То есть что в обзоре? Просто расскажем про ваш автомобиль, вообще про автозвук. Еще, кстати, забыл один момент. Давай, Илья, еще один вопрос. Вообще, для чего тебе все это вообще нужно? Расскажи. Это кайф. Ну, в чем он заключается? Ну, музыка – это... Как гитарист, он любит музыку, допустим, он этим занимается. Я люблю громкую музыку, я вот как бы собрал эту машину.
Этого мало. Ну, ты как бы ты доволен? То есть, что было раньше, вот в течение этого времени, грубо говоря, начиная с зимы, когда ты только запланировал, ну, ты реально как бы, ну, в восторге от того, что вообще ты делаешь? Конечно. Ну, то есть, ребят, это вот удовольствие, как бы, его это очень просто. Сложно объяснить, да. Соответственно, мы будем эти вопросы также вам задавать. То есть, если вы от этого балдеете, то получаете удовольствие, старайтесь развиваться, не просто что-то собрать или кто-то вам соберет, а сами что-то вникаете, кто-то вольтметр вставляет, кто-то, например, я не знаю, сам его пытается инсталлировать даже, кто-то провода сам прокладывает, кто-то еще что-то делает, то есть... Вот будем снимать такие обзоры наших простых ребят. То есть у кого гранты, четырки, неважно, любые машины с Челябинской области. Можете всегда приезжать, приедем, снимем обзор, сфотографируемся, сделаем интервью небольшое, я бы так сказал. Вот. Давайте, пишите в комментариях, в личку, кто хочет. Спишемся, созвонимся и в ближайшее время начнем делать. Всем до встречи в автокасте. Все, пока. Пока. Сейчас закрою, ну, конечно же, немного издалека послушаем. На видео, сколько я смотрел видео, ну... Нельзя там, что как вживую, как в реале, она звучит, такого нет. Может быть, что-то услышите. Я на видосах обычно не понимаю, как звучит. Обзор ваших автомобилей. Пока!